Здравствуйте! Обещанный обзор новых прикормок черной серии. Кто-то слышал и неоднократно подходил на стенд и говорит, вот эта прикормка, это то же самое, что было в других пачках, только черного цвета. Это не совсем так. Расскажу про каждый вид отдельно и начну с лещевых прикормок. Черный лещ. Вот это единственная прикормка, которая в этой пачке попала без изменения с премиум лещ черный. Это тот же самый премиум лещ черный, который будет переведен вот в такую упаковку, именно лещевая черная прикормка. То есть премиум лещ черный больше не ищите, теперь это серия Black лещ. Осталось без изменений. Это единственная прикормка, которая осталась без изменений из серии премиум. Теперь черная плотва. Это совершенно новая прикормка по составу, по запаху. То есть такой прикормки в ассортименте Дунаев не было. Здесь некий гибрид премиум плотвы и чемпион Биг Роуча. То есть эта прикормка, скажем так, взяла все лучшее из этих двух прикормок. Премиум плотва и чемпион Биг Роуч. Здесь, если ее так очень в ней всматриваться, прикормка темного цвета, помолом с семенами конопли. Аромат, самое главное, здесь новый аромат. Аромат очень интересный. Я бы его так сказал, есть такой карамель и еще такие пирожные тофе. Вот здесь такой аромат, очень приятный. То есть, если вы попробуете, сразу поймете, что прикормка совершенно отличается от тех прикормок плотвинных, которые были в нашем ассортименте. Следующая прикормка, которая однозначно понравится фидеристам, это черный фидер. Это тоже совершенно новая прикормка, совершенно новый состав, сделанный специально для ловли на фидер. Здесь состав подобран таким образом, чтобы она лучше держалась в кормушке и достаточно быстро растворялась и выходила из кормушки. Аромат здесь сложно его охарактеризовать, но есть нотки и карамели, и ванили, и меда. Если понюхаете, сразу вам напомнит такой сладкий запах медовых конфет. Очень интересно, я думаю, что очень всем понравится вот эта новинка. У нас уже прикормка из серии «Чемпион». Сейчас я ее тут найду. «Чемпион», «Чемпион», «Чемпион». Карп. Вот, можно сказать, бестселлер, который везде все используют, карп натурал. Карп натурал, серия чемпион, это прикормка, скажем так, кукурузного состава, с ароматом кукурузы, желтого цвета. Черный карп, это, скажем, аналог прикормки карп натурал, только черного цвета. То есть, если вам нужна прикормка черного цвета, и вам нравится карп натурал по запаху, по структуре, смело можно брать черного карпа. Эти прикормки идентичны. Разница только в цвете. И последняя новинка этого сезона. Это прикормка универсал. Черная прикормка. Это совершенно новый состав. Он никак не копируется из серии премиум универсал. Это новая тоже прикормка с запахом, я бы так сказал, будет напоминать запах жареных семечек. Эта прикормка достаточно тяжелая, хорошо держит дно. Если вы будете ловить на течении, просто добавьте немножко больше воды, и прикормка будет хорошо держаться на дне. Если вы ловите в стоящем водоеме, уменьшите количество воды, и прикормка будет очень... Много частичек может всплывать, создавать облако. То есть прикормка хорошо создает лифтинг. Вот. Ну вот, раз, два, три, четыре новинки получается, да. Универсал, черный фидер, черная плотва, черный лещ. Четыре новинки, да? Ничего не пропустил? Раз, два, четыре. А, и карп, пять, все. Да, я же забыл. 5 новых прикормок, 4 совершенно новые прикормки и одна, которая перешла из серии премиум лещ черный, перешел в новую упаковку. Так что попробуйте все наши новые новинки, я уверен, вам понравится. Черного карпа его очень не хватало, потому что много кто пользуется
карп натуралом и красит его краской. А бывает в регионах часто проблемы, нельзя, ну, найти краску проблематично. Вот, не все ее магазины себе заказывают и держат в ассортименте, поэтому черный карп, я уверен, что многим понравится, и, наверное, черный карп будет у меня, наверное, в фаворитах этого года. Черный карп и плотва будет просто. То, что здесь написано именно карп, это, конечно же, больше всего может нравиться карпу, но также будет и клевать прекрасный лещ, и карась, и плотва, то есть любая рыба. Она уже фасуется, поэтому в ближайший, я думаю, месяц она появится у дилеров и появится в магазинах. То есть к сезону, когда лед растает, она уже будет в магазинах.